grandpa always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Мы продвигаем это шоу и несем его в массы для того, чтобы больше людей о нем узнало. Мы рекламное агентство, диджитал агентство Lofty Lab, которое продвигает это шоу. Майкл Джексон — это реально король. Это, ну, реально тот человек, который оставил след в истории. Желаю вам приятного вечера. Буквально через несколько минут мы начинаем. Я оставил несколько номеров в этом шоу и надеюсь, что всем понравится. Это действительно, я считаю, одно из лучших шоу. И чтобы это шоу действительно было ярким таким бриллиантом на нашей сцене, а может быть и не только нашей уфимской сцене, а я думаю, оно далеко пойдет. Поэтому пожелание, чтобы далеко пошло. Мы скоро начинаем, друзья, смотрите. Я очень люблю Майкла Джексона, с детства его смотрю. Хорошего выступления, чтобы у вас сегодня случился аншлаг. Я не понимаю, почему он здесь, шоу идет в самом разгаре, но ты еще здесь. Тебя выгнали из шоу? Мы начинаем! She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one. Ожидаю увидеть Майкла Джексона. Вообще, есть желание быть на сцене? Да, я с детства мечтала попасть на сцену. Ребят, короче, во время шоу вы можете ее вызвать на сцену. Ну, что делать там дальше, вы уже знаете. У нас по сценарию там есть такая фишка. Смотрите. От шоу ожидаю всего самого лучшего. Мне кажется, будет очень-очень круто. Хочу пожелать артистам успехов, чтобы они смогли показать все так, как задумали. This is M о чем-то говорит. А вот эти мальчики наряженные о чем-то говорят? Ну, думаю, что все будет на высшем уровне. Ну да, мы тоже так думаем. Конечно, это ресторан большой. Удачи и успеха в выступлении. Я тоже в образе сегодня, только шляпы не хватает. Можно я шляпу? У тебя там прическа не выпадет? Почему у тебя сегодня такое хорошее настроение? Ну, потому что это Майкл Джексон, а Майкла Джексона я люблю. Я хочу выйти за него замуж. Да ладно. Да. Вначале он по сцене там попрыгает, поскачет, короче, а потом спускается и походит по залу, вытаскивает девушек на танец. Отлично. Вот обязательно всех отталкиваю прямо вот так, бум-бум-бум, да, и цепляю, ладно? Хорошо, спасибо большое. Я надеюсь, у нее получится. Лёшенька, большой тебе привет. Целуем, любим, обнимаем. Всем артистам большой удачи, чтобы блистали на сцене, чтобы все были просто в шоке. Еще знаешь Виджея Лопатина? Он тоже с ними в банде, по-моему. Ну, не суть. Передай ему просто привет. Как зовут? Виджей Лопатин. Диджей Лопатин? Виджей. А, Виджей Лопатин передает тебе привет. Удачи тебе. Спасибо. Я думаю, это он увидит. Спасибо тебе. Вы посмотрели это... Реклама в Инстаграме. Да, реклама, и пришли сюда. Вот в который раз повторяю, что реклама в Инстаграме работает. Большой, молодцы. С вами я, Виджей Лопатин, в ресторане Большом. Добрый вечер, дамы и господа. Мы представляем вашему вниманию шоу This is M. Love it or hate it, it's Mr. Worldwide with the world's greatest. You gon' play this, or like a woman that's pregnant for 10 months, be the latest. Don't delay this. I'm on that roller, making a toast to the King MJ for life. I mess with good women, but you know that they bad. That's right. Your word is mine, won't get right. Just show your face throughout the night. I'm telling you, wanna how I feel. Gonna catch your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me, alright. Making a toast to the king, we're back for life. Короче, This Is M – это самое лучшее шоу в городе. Забудьте вообще, что вы видели раньше. Вы никогда не видели танцевального шоу, если вы не видели This Is M. Это драйв, это энергетика, это шикарный танец. Это шикарные парни и девушки, которые танцуют так, как вы никогда не видели. Это было супер, я переполнена эмоциями от нового шоу. Всем очень рекомендую, приходите в ресторан Большой. Это надо увидеть. Мы сегодня были в Большом, смотрели шоу This Is M. Было очень круто на самом деле, потому что творчество Майкла Джексона это большого стоит. Ребята, команда Большого, вы огромные молодцы, мы с Вовой вами гордимся.
Владимир Владимирович. Вот, ребят, было очень круто, очень эмоционально, действительно завораживает. Вы большие молодцы. Видно, что это нелегко, но вы виду не подавали. Очень круто, спасибо за эмоции, спасибо за такое шоу. Придем еще раз обязательно. Рекомендую всем, обязательно сходите.